Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейном саммите ОДКБ в Москве, где заявил, что организации следует обратить внимание на Афганистан. Токаев заметил, что главными задачами ОДКБ являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств. Особое внимание уделяется противодействию международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции. В этом ключе мы придаем большое значение развитию ситуации в Афганистане. Нестабильная обстановка в этой стране, а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии, сказал Токаев, выступая на саммите ОДКБ. По его словам, в ближнесрочной перспективе безусловным приоритетом является развитие миротворческого потенциала организации. Работа в этом направлении активно ведется, заметил глава государства. Созданные ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами. На наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира, заявил Токаев. Напомним, в Москве проходит саммит ОДКБ, приуроченный к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. 15 мая Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прилетел в Москву.